Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник. Мы продолжаем проходить мод по названию Theodor Masters Mystery. Дело в том, что я его последний раз запускал у себя уже дня 4, наверное, 5 назад. И я вообще забыл, что здесь надо сделать, куда идти. В этом такой большой минус, когда ты делаешь перерыв, уходишь на выходные из больших модов, ты возвращаешься такой, а чё вообще, куда, зачем вообще идти, что надо сделать? Почему и зачем? Ты сидишь прям такой, я вот сейчас реально, я вот не понимаю, куда мне идти, что нужно сделать. Я надеюсь, что в прошлом выпуске я все-таки все перенес сюда, все ключики, которые есть, которые я куда-то, видимо, возьму, дену. Надеюсь, что куда-то вот этот золотой, вот этот голубой, непонятно, вот этот вот ключик. Я надеюсь, что я найду все-таки применение, ребят, вот как-то так. Ладно, давайте сейчас... Будем бегать везде, искать что-то, может, где-то найдем. Ребят, не забываем подписаться на мой Рутуб и Дзен-канал, о которых я вас постоянно прошу. Вот эта стрелка, вот зачем она там, зачем она туда показывает постоянно? Для меня непонятно. А вот там окошечко есть. А, нет, это первый этаж, я там был, а тут сверху вниз прыгал. Ага. Вон и как, подписываемся. Ссылочка все в описании есть. Вот, закрепленный комментарий. Ладно, ребят, поехали с вами, как всегда. Я Лех Смертник, мы начинаем. Что-то мы начинаем. Давайте. Я не хрипел уже 4-5 дней, поэтому ролик будет, скорее всего, короткий. Может, это сложновато. Сложновато хрипеть. Давайте, поехали. Так, доброе утречко. Доброе утречко, когда ты дома просыпаешься. Вот дома вот кровать есть, и на ней проснулся. Да, доброе утречко. А я на улице сплю. А, наверное, я знаю, почему. Может, я спать ложусь, а я сру. Здесь воняет. Я ночью выхожу и вот здесь стою, поэтому. Мне кажется, это как-то так примерно работает. Может быть так, может быть не так. Так, я не знаю, может быть туда поехать? Подожди, стой, туда я не могу поехать. А это, подожди, а это что за дверь? А у меня этого нету? Зонтика, зонта, зонт у меня есть или нет? Зонта вроде бы нету. А если я... Подожди, а если... Стой. А если я куда-нибудь туда запрыгну, залезу? Что-то если как-то так произойдет? Интересненько. Хотелось бы в этом получше разобраться. Так, а я туда, наверное, не допрыгну. А я вот сюда могу допрыгнуть. Может, здесь что есть? Подожди-ка. Ой-ой-ой, не, а, нет, а сюда я, наверное, никак не допрыгну. Да. Так, подожди, отсюда, может быть, я сюда смогу? Ага. Ну и нафига я сюда залез? Все, полетел куда-то полетел. Все везде перелетел. Такие вот штуки случаются, что-то где-то берет и приключается. Здорово, Василич! Здорово, родной! Как твои дела? Опять мне кидается непонятно чем. Ладно, давай с ним разойдемся. Не знаю, бежит он там сзади за мной или нет. Так, сюда мои ключи вот эти не подходят. Куда вот этот кровавый ключ нужен? Я тоже не понимаю. Ну, куда-то он нужен. Так. Я хотел везде... Да вы что, издеваетесь, что ли, надо мной или что? Я понимаю, что я везде хотел все осмотреть, но это не значит, что я просто хотел везде взять и немножечко подубиться. Это было бы печально как-то. Как-то скажем так. Так, ладно. Не знаю, где Василич, он там на улице где-то, ну пусть он там бегает. Ладно, я уйду отсюда. Пойду все-таки куда-то, где, возможно, что-то есть. Где, возможно, что-то есть. Так. Все. Я забыл уже, куда мне ходить. Зачем я вернулся сюда? Подожди, мне нужно вот пройти. Я вот сюда А, вот, сюда залазить. Все, я уже все забыл. Так, я каждую комнатку. Так, давай все обыскивать. Может быть, здесь где-то какой-то ключ еще спрятан. Что-нибудь, может быть, где-то здесь просто взяли и спрятали. Но здесь был ключ, я помню. Может быть, здесь еще один ключ есть? Я здесь вообще уже больше ничему не удивляюсь. Вот эти штуки, потом их где-то надо будет где-то взять эту
вот этот, как он называется? Все не то, что вот это место, я слова забыл. Вот этот круг, как... Не, это все. Это габелло, я ничего не помню. Так, здесь я, помнится, вот нашел здесь ключик вот этот. Ага. Я чего он? Я так и не понял. Вот, ключ, который у меня, как вот Васильич бегает, помидорами кидается. Говорит, это, говорит, мой ключ, он мне, говорит, нужен. А может быть, он просто от подвала, например? Кстати, а вполне вероятно, что от подвала. Так, ну да ладно. Давай, полезли выше. Так, здесь мы были. Может быть, здесь где-то есть какие-то ключи. Еще что-то. О! Там этот. Новый год. Не, ну вряд ли же здесь где-то... Хотя вот здесь вот эта штука есть. Эта штука есть, и больше ничего нету. Так, а вот здесь снизу... Снизу я все забрал? Все украл? Я тут нафиг все обыщу. На нюх буду идти. На нюх! На нюх пойду. Че? Это отмычка, да? Ну, то есть, это вообще, в принципе, нормально вот так вот прятать. То есть, подожди, я здесь и так, по-моему, достал два ключа, и это положили вот сюда, да, все дело? Вот так вот, значит, да? Так, отмычка у меня от чего-то была. Я вот помню, она была от чего-то. Она нормально, да, с четырьмя ключами спрыгну сюда. Так, от чего-то у меня была... А чего тут отмычка была у меня? Так, давай. Все это дело откроем. Мы откроем. Мы чего-нибудь прикроем. Кстати, а может быть реально посмотреть? Может быть этот кровавый, может быть он идет, например, от главной двери. Ой, я ж могу вот так, наверное, да? Ну, почти смог, почти получился, да ладно. Так, отмычка есть. Посмотреть, какие цвета у нас идут. Во, кстати, вот этот кровавый, по-моему, 100 пудов от главной двери. Кровавый точно оттуда. Кровавый ни в чем не виноват. Давай я вот так вот оставлю все это дело. Так, откуда у меня была отмычка? Отмычка была у нас, по-моему, от сейфа. А сейф у нас был, по-моему, ну где-то был. О, здорово, Василич! Что, опять с окошка смотришь на меня? Ну смотри, смотри давай. Все, главное, не пересмотри. Так, давай. Катится, крутится, что-нибудь намутится. Скоро он возьмет, приедет и куда-нибудь переедет. Так, давай, поехали. Мы поедем, мы помчимся. Куда-нибудь. Куда-нибудь поедем и помчимся. Вот так вот. Вот так вот все. Так, так. Вот, у меня был бы этот, я бы туда бы запрыгнул. А там вот, а туда. Ага. Стой. А вот этот ключ не оттуда случайно? Ладно, потом узнаем. А, вот, точно. Так. Вот это хорошо. Это хорошо, потому что нужно откуда-то взять воду слить. Вот, от акулы. Я как раз пришел туда, куда нам нужно. Слить воду от акулы. Там лежит два ключа. Я солью, туда зайду. Вот такой вот я... Так, сейчас спустился. Спустился. Не сюда. Подожди. Вот это, конечно, жестко ключи прячут. Я сейчас сначала подумал, мне показалось, что-то, когда вниз шел. Нет, нифига не показалось. Ну, отлично, есть ключ. Так, а как? Как к акуле-то я заходил? С этой стороны. Так. Может, сюда подойдет?
Вообще шикарно все, все работает. Так, давай сливаем все это дело. Сливаем. А водичка течет. Акула уйдет. Так, эта штука мне однозначно нужна, потому что мне ее надо везде врубать. Кстати, это, по-моему, как раз вот золотой ключ, вот этот еще. Назад я никак не запрыгну, да? А, нет, запрыгнул. О, нифига себе, это хорошо. Так, акулу нужно на проветривание. Акула, акула. Так, так. Процесс идет, так сказать. Процесс движется. Это хорошо. Движимость, недвижимость. Я прям вот уверен, что вот этот золотой ключ, он подойдет туда. Так, здесь нет никаких тут этих тумблеров незаметных, еще какой-нибудь вот этой вот фигни. Очень странный. Может быть, вот как-то лифт вот этот можно открыть. Что-нибудь еще, может быть, можно приоткрыть. Так, вода стекает. Вот этот звук, он что, постоянно здесь будет? Нет? А что, он мне мешает, что ли? Ну, в принципе, немножко мешает. Подожди, я прям вот уверен, что вот этот золотой ключ, он либо, значит, от той фигни, либо вот от этой, где я только что был. Сейчас проверим все. Аллилуйя. Вот, теперь можно. И что мне это, типа, запитать? А зачем, если это туда? А мне туда все равно не надо. Так, ладно, давай заберу вот эту штуку. Сейчас буду вот эти все штуки врубать. Не знаю зачем, не знаю для чего. Для чего я буду это все дело делать? Ну зачем-то я буду это делать. Короче, все надо врубить. Так, с картины, стопудов здесь неспроста. Ага, ключ. Так, у меня вот что-то дофига ключей опять. Так, давайте отрубим, вот тут ты меня бесишь. Так, давай-ка я вообще некоторые ключи, наверное, унесу. Я сейчас вот эту штуку кину домой. Так, чтобы ее точно найти, а ключ заберу. Так, что у меня есть? Золотой ключ. Где-то он был. Чтобы помнить, где. Так, а это что? А, она тут, нифига себе. Технологии. Давай ищем дальше пока. А я пока буду искать. Возможно, мне эту фигню надо будет где-то врубать. Стой, вот, да, давай я эту фигню проверю, свою теорию. Где мне показалось? Может быть, мне там... О, я сюда все не мог запрыгнуть. Так, а здесь все равно ничего нету. Ну да ладно. Так. А нет, туда нет. Туда, наверное, только зонтиком. Мне он похож прям цветом. Ладно. Похож цветом. Похож. Так, я с ключом сейчас пойду искать. Давай возьму эту штуку. Чтоб по дороге сразу все везде врубать. Здорово, Василич! Ты чё акулу пинаешь? Чё она тебе сделала? Акула ни в чем не виноват. Чё тебе надо от меня? Ты ко мне прикопался. Василич! О, правильно, вот там беги за мной. Ты бежишь, я бегу. Куда ты прибегу? Так, давай, зашизы. Так. Вот эту вот водичку. Сестричку везде врубим. Там она, наверное, еще на втором этаже есть. Вода.
Вода, водичка. Дней моих веселеньких, сестричка. Так, сейчас я пойду по дороге. У меня будет еще один момент. Там, где вода врубается. Чтобы вода была у всех. Вода. Вода. Так, ладно. Продолжаю ходить. Так, вот здесь вода была. Я помню. Я помню все. А, вот здесь еще было. Про ту помню, про это не помню. Обалдеть, и сколько мне вот... Зачем его? Зачем я это все дело врубаю? Вот что непонятно-то на самом деле. Так. О, видишь? Часы заработали. Они на воде работают. На воде работают. По теме они не ботают. Так, здесь врубили. Так. Это сюда. Туда я не пойду. Ага, Джонни, привет. Привет, Джонни. Джонни, Джонни, Джонни. Так, а вот тут снизу. Так, что здесь снизу? Диван. Отлично. Молодец, Алексей. Нафиг ты сюда спрыгнул, спрашивается. Так. Так, так, так. А как мне вернуться-то теперь? А вернуться, наверное, я смогу вот так. Стой, а к первой штуке я не могу вернуться? Нет, к первой я не могу вернуться. Стой, а там вот эти же вот коридоры... Так, вот туда ходил. Здесь спускался. О, так. Ладно, давай эту штуку заодно врублю. Ну, раз уж здесь, так сказать, между дел. Я бы знал вообще, для чего я это все дело врубаю. Вообще было бы весело. А, вот, точно. Когда я все эти штуки врублю... Эта штука заработает. Теперь я, по крайней мере, знаю, где эта штука находится. Везде есть плюсы. Моя жизнь вообще один большой плюс. Оп, еще одно есть. Давай, давай, давай. Врубаем, врубаем, врубаем. Все берем и отрубаем. Пока все врубается. Подожди. А вот это... Нифига себе тут их. Сколько? Сколько? Много. Много. Так, вот это, конечно, было зря сделано. Ну да ладно. Что-то я больше чем уверен, что здесь где-то еще. Здорово, Васильич. День здесь пойди вот на втором этаже. Есть где врубить, так сказать, эту штуку. Но это не точно. Это не точно. Я почему-то думал, что я по-любому здесь найду. А, точно, я сюда вниз еще не ходил даже. И туда. Не поднимался. Подожди, это не отсюда ключ? О-о-о! Нифига себе! Так. Давай, 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 смотрим. Не, это вообще, это жестко. Всегда, всегда, вот говорят же, дуракам везет. Вот не везет. Вот не везет. Так, здесь ничего нет. У меня есть еще вот такой вот желтый ключ. Желтый ключ. Только свистни, а он появится. Желтый ключ. Так, ладно, давай, пошли. Так, здесь же нету. Этих штук тоже нету.
Ой, Василич, Василич, не надо! Так, успел, успел. Так, что-то где-то я поврубал, что-то где-то не врубал. Так, все, здесь этой штуки нету. И мне все эти штуки надо, нужно бы как-то активировать. Давай ищем. Так, здесь, здесь. Этого нету. Вентиля. Слово вспомнил только что. Да. Ну, бывает, бывает, когда проснулся только. Бывает такое дело. Так, вентиль, вентиль, вентиль. Вентиль, вентиль, вентилечек. Дней моих веселеньких, дружочек. Вентиль, вентилечек, вентиль. Так, ладно. Печень, 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 печенюшка. Дней моих веселая подружка. Так, ладно, я что-то куда-то вообще не туда. Так, поехали. Поехали. Так, вот здесь, наверное, надо на горячую все-таки менять. Чтоб та фигня врубилась. Так, а нафиг я сюда пришел? Так, я вот наверх, наверх хотел сюда сходить. Для того, что... Так, там я забирал ключ. Так, здесь. Здесь. Ха-ха! Тысяча чертей, бутылка рома. Так, ладно. Так, давай, давай, все выше, выше и выше. Сюда, то есть я дошел для того, чтобы... Чтобы... Так, это вот это, да, идет? И куда она идет? Так, давай-ка мне спущусь, посмотрю. Посмотрю. Что-то я не... И чё, и куда она ушла? А, может быть, она вот сюда идет? Так, а точно, я же по той фигне проходил. А вот ключ, ключ у меня не оттуда случайно. А, стой, у меня вообще ключа сюда нету. Сюда надо как-то по-другому попадать. Здесь я открыл. Так это все и делает так, да, включено. Не, эта фигня мне нафиг не нужна. Так, а, во! Я думал, что сова. Так, ну ладно. Так, во! Вот эту штуку я врубал. Врубал, видимо. Врубал, врубал, не доврубал. Так, а может быть я эту фигню там запустил, по крайней мере, хоть. Давай хоть прогуляюсь, посмотрю. Может быть, действительно... Да ну... Ой, ё-моё. Я думал, сейчас я все. А не все, нет. Говно не тонет, как говорится. Так, все что-то где-то включено, переключено. Замучено, отмучено. Так, давай, пошли, пошли, пошли. Так, мне главное эту фигню врубить. Так, нет, не сюда, вот сюда мне. Так, может быть, реально, может быть, я ее все врубил? Где она там была-то? Где-то была. О-о-о! Офигенно! Еще бы знать, что она открывает. Я всякую фигню наоткрывал, но я без понятия, что и где я открыл, и для кого. Здорово, Джонни. Сидит он здесь, тусует. Так, отлично. Я очень много всего сделал. Только что я сделал? Вопрос в этом. Что и где я запустил? Что это запускает? А может быть реально ту фигню, чтобы на крышу подняться, это запускает? Или на первом этаже, может быть, дверь что-то открывает.
Так, а чё, ветер мне, по-моему, больше вообще не пригодится, наверное. Здорово, Василич. Так, дверь. Нет, дверь закрыта. Дверь закрыта. А что тогда я... Что я открыл? Так, да оттуда я не допрыгну, да, просто так? Никак, да? Это, конечно, жестко, жестко, жестко. Вот хотелось бы как-то вот туда бы попасть. Мне кажется, цвет ключа... Тын-тын. Тын-тын-тын-тын-тын. Прям цвет ключа вот на этот похожий. Так. О! Так, главное вот сейчас. Опа! Отлично! Так, еще вот такой ключ надо будет. Ну ладно, по крайней мере, я сделал на один ключ меньше. Мне кажется, я сюда как-то по-другому должен, наверное, попадать. Наверное, при помощи там этого, не этого, я не знаю. Но при помощи чего-то я явно должен попадать. Было бы неплохо. Была бы у меня картоха. Так, а что открыло-то? Что открыло мне это все дело? Дело мне что-то открыло. Что-то куда-то открыло, кого-то где-то забыло. Камеры вновь тут смотрят. Василич, здорово. Так, ладно, ребят, давайте на этом закончим. Я думаю, больше чем достаточно. 27 минут отсняли. Сейчас понять вообще, что я где, короче, понаоткрывал. Ой, наверное, еще за два выпуска мы это все дело допройдем. Тут, по сути-то, осталось, мы почти весь дом уже обошли. Так-то, на секундочку. И, по сути, мне кажется, тут можно будет налегке это все дело сделать. Ну вот, как-то так. Ладно, ребят, не забывай подписаться на мой Рутуб и Дзен канал. Надо. Ну, зайди, подпишись на Дзен, на Рутуб. Смотри там пару роликов. Я же говорю, я там пока кое-что не сделаю. Буду вас в каждом ролике вот так задалбивать, чтобы вы подписались. Вот, а осталось-то совсем чуть-чуть для выполнения там моих целей и планов, так сказать. Ладно, ребят, на этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Желаю всем отличного настроения, всем удачи, всем не болеть, всем пока. А то что-то вообще сам сижу, сопливлю. Ну, это нормально, это бывает. Иммунитет после выходных как-то немножко подсел. Присел отдохнуть, так сказать. Все, давайте всем пока, увидимся. Всегда ваш Лёх Смертный. Давайте, удачи, ребят.